при общем снижении где-то в порядке 21-22% в сфере регистрации ипотеки вообще, на 21% снизилось жилое, но на 16% увеличилось нежилое. Именно по договору ипотеки. Тут как бы много можно рассуждать на этот счет, в связи с чем, какие конкретные регистрационные действия. В частности, очень увеличилось количество дополнительных соглашений. И это не только регистрация в связи с изменением процентной ставки, допустим, да, вот как принято считать. Это и исключение, включение в объекты, и вообще какие-то иные действия, не связанные именно с процентной нагрузкой. Вот. Есть еще такой вот небольшой момент. Увеличились количество различных социальных программ. То есть если проанализировать там военная ипотека, материнский капитал, который тоже идет рассрочка платежа, и в силу закона по 488, как правило, возникает ипотека в силу закона. Эти вот регистрационные действия увеличились. Хотя в целом, безусловно, очень значительный спад. И если проанализировать, допустим, ситуацию где-то с 2008 года, вот такого снижения количества регистрационных действий, в общем-то, не наблюдалось. Ипотека с государственной поддержкой пользовалась очень хорошей популярностью среди наших клиентов. Ну и если в цифрах, то из общего объема выданных кредитов за 2015 год, это порядка 30% у нас было выдано в рамках данной программы. Если более точно, на территории Красноярского края мы выдали порядка 2500 кредитов на сумму около 4 миллиардов. Условия, которые действовали по данной программе ипотека с господдержкой, остаются прежними. То есть максимальный срок кредитования – это 30 лет, процентная ставка составляет 11,4%, и минимальный размер первоначального взноса – это 20% от стоимости объекта недвижимости. При этом существенным условием является то, что объект недвижимости должен приобретаться именно от юридического лица, застройщика либо инвестора, который строит в рамках 214 федерального закона. Мы ощутили всплеск за последние 2 недели обращений в банк по программе ипотека с господдержкой. И сейчас мы в неделю принимаем более 100 заявок. Если никаких государственных программ поддержки по ипотеке не будет, то в 2-3 раза, опять же, мы можем ожидать снижения объемов ипотечного кредитования в 2016 году. Когда мы говорим, что вот до отмены осталось месяц, если вы поторопитесь и возьмете всю свою сделку, совершите в феврале, безусловно, у вас будут вот такие-то условия. Кто-то считает, что это, возможно, продлят еще, уже какие-то слухи такие пошли, что, ну, может, продлят, там, может, слышали. Но, тем не менее, такое, что когда шеф все пропало, бросаю все дела, бегу только покупать квартиру, такого нет. То есть идет обычный, спокойный ритм, люди выбирают. Ну, естественно, еще раз говорю, так как срок стоит, всем это известно, ну, я думаю, что какое-то, скажем так, люди будут принимать чуть-чуть решение быстрее, чем раньше.